Торжественное собрание, посвященное 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Уважаемые ветераны Великой Отечественной, дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим всенародным праздником, 70-летием Великой Победы. С днем триумфа нашего народа, воинской доблести и ратной славы Отечества. В героической летописи России не было войны более жестокой. И не было подвига выше, подвига поколения победителей. На полях сражений вы отстояли свободу и независимость нашей любимой отчизны. Самоотверженным трудом ковали оружие победы, подняли из руин и пепла города и села. Вам, славные ветераны, наша вечная благодарность, искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия. Вы заслужили их своим подвигом и всей жизнью, подлинным величием ваших судеб, ставших уже легендой. И мы сделаем все, чтобы потомки бережно сохранили память о подвигах героев Великой Отечественной. Мы никогда не изменим вашим заветам любить и защищать Россию. И сколько бы лет не отделяло нас от победного 1945 года, он навсегда останется символом справедливости и торжества самой жизни. Искренние слова признательности выражаю вам, труженики фронтового тыла. На заводах и колхозных полях мужчины и женщины, старики и дети день ото дня крепили оборонную мощь страны. И вовсе не помощь по ленд-лизу стали залогом технического превосходства над врагом, а ваш героический труд. Боевая выучка воинов, помноженная на созидательный потенциал тружеников тыла, приближали долгожданный миг победы. Проходят годы, и на страже безопасности страны стоят внуки и правнуки солдат Великой Отечественной. В современном мире есть еще те, кто пытается поднять поверженные стяги нацизма, сеет вражду, экстремизм. Поэтому одной из стратегических задач является модернизация вооруженных сил Российской Федерации. В государственной доктрине сделан акцент на оснащении армии новыми видами оружия и техники, которые создаются на основе инновационных технологий. Мы должны быть готовы отразить любые угрозы, от терроризма и локальных конфликтов до крупной агрессии. Убежден, что если понадобится, армия и флот, весь народ встанут на защиту нашей Родины. В этом надежный залог мира, который достался нам такой дорогой ценой. С наступающим праздником, дорогие друзья, 70-летием Великой Победы! Слово предоставляется председателю Законодательного собрания Пензенской области Ивану Александровичу Белозерцеву. Дорогие
ветераны Великой Отечественной войны, дорогие ветераны Трудового фронта, уважаемые жители Пензенской области, примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником Днем Победы. 9 мая – это славная дата в истории нашей страны. Это символ беспредельного мужества, гордости за победу в Великой Отечественной войне, за бессмертный подвиг советского солдата и труженика тыла. Пензенцы внесли огромный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне. И в этот день по-особому хочется выразить слова большой благодарности, признательности за то, что вы в этой войне выдержали, выстояли и победили, за то, что ценою собственной жизни отстояли честь и независимость нашей Родины. Мы, сегодняшнее поколение, сделаем все для того, чтобы не дать переписать историю о Великой Отечественной войне, не дать забыть великий подвиг нашего солдата, нашего тружника тыла. Я уверен, что он останется в наших сердцах, в сердцах многих будущих поколений россиян. Дорогие ветераны, желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения праздничного. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Уважаемые товарищи, областной и городской советы ветеранов приветствуют и поздравляют вас с 70-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всем ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и Трудового фронта, советы ветеранов города и области желают активного образа жизни, доброго здоровья, долгих лет жизни. Честь имею! Thank you.
вон он, фашист. Оголтело и мощно воет его знаменитая сталь. Знаю, что это почти невозможно. Знаю, что страшно. И все-таки встань! Встань, лейтенант! Слышишь, просят об этом. Вновь возникая из небытия, дом твой, пронизанный солнечным светом. Город, отечество, мама твоя! Конечно.
поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым. Со слезами на глазах.